Министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушко в Хабаровске провел совещание по вопросам разработки комплексных планов социально-экономического развития Хабаровского края и Республики Саха-Якутия. Как отметил министр, основными требованиями к госпрограммам станут показатели достижения соцэкономразвития регионов Дальнего Востока выше среднероссийского уровня. Согласно новым требованиям к структуре и форме принимаемых госпрограмм, отдельно по каждому региону должна быть принята своя программа развития. Сегодня для проведения этой работы приняты необходимые постановления правительства и утверждены приказы министерств. Якутия сформировала комплексный план до 2030 года. Блок мероприятий направлен на реализацию крупных инвестпроектов. Кроме того, планируется обновление дорожной инфраструктуры, парка воздушного и водного транспорта, строительство онкологического и кардиологического диспансеров, объектов образования и так далее. Очень важно понимание регионов этой новой нормативно-правовой базы, понимание тех уникальных возможностей, которые для дальневосточных регионов сформированы. Более того, они просто уникальны, они беспрецедентны. Ни для одного региона страны на сегодня таких особых подходов, особых механизмов участия в самых разных государственных программах не создан. Дальний Восток первый, кто идет по этому пути, реализуя в том числе указ президента Российской Федерации.